В Турции появились комары-переносчики лихорадки Зика. Наличие комаров-переносчиков лихорадки Зика зафиксировано на прибрежных территориях турецких провинций Эртвин, Ризе и Трабзон. Вскоре они могут появиться также в центральных районах Турции. Санитарные власти Турции обнаружили у себя в стране комаров-переносчиков лихорадки Зика. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на турецкий Минздрав. По данным Министерства здравоохранения Турции, на прибрежных территориях провинции Эртвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено 4 человека, инфицированных данным вирусом после посещения Кубы, говорится в сообщении российского ведомства. Ожидается, что комары могут в ближайшее время появиться также в центральных районах Турции и на северном побережье Черного моря. Официальные власти принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки Зика на территории Турции, отметили в Роспотребнадзоре. Напомним, что в ноябре 2016 года ВОЗ отменила чрезвычайное положение из-за вируса Зика. В Индии впервые обнаружен вирус Зика. Лихорадка Зика – острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга. По материалам сайта newsgra.com.